Всем здравствуйте! В течение 5 долгих лет Петр Чернышов без устали заботился о своей тяжело больной жене, окружая ее заботой и любовью. Близкие рассказывают, что фигурист проявил благородство, положив свою жизнь, чтобы быть с женой днем и ночью. 1 июня Анастасию похоронили на Троекуровском кладбище, и очевидцы сообщают, что Петр каждый день приезжает к могиле с огромными букетами цветов. Иногда он берет с собой дочку Милу. Девочка помогает отцу перебирать увядшие цветы. Вот только огромное количество пользователей бьют тревогу. А дело в том, что несмотря на то, что муж Анастасии Заворотнюк ежедневно наводит посильную уборку на могиле, этого далеко недостаточно. Огромное количество засохших роз накопилось на месте упокоения Насти. Провести генеральную уборку могилы Петру явно не под силу. Некоторые поклонники считают, что ему нужен такой же смотритель за могилой, как Евгений у захоронения Юрия Шатунова. Мужчина постоянно наводит порядок на могиле кумира 4 поколений. Либо ему нужно обратиться в администрацию погоста за помощью. Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая. Похоронили актрису на Троекуровском погосте 1 июня на Аллее Славы. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!